Новые враги подоспели. Сейчас ты увидишь, как надо сражаться. Я знала, что мы справимся. Конечно. Кто ты? Откуда ты взялась? Постой, я тебя знаю, верно? Кто бы мог подумать, что ты будешь здесь со мной? Молодцы мы, что выбрались из ловушки. Не знаю. Это место отнимает все. Надежды, чувства, Нет, отсюда нет выхода. Видишь вон тот пьедестал? Я изучил руны на нем. Сам демон находится на среднем острове. Когда я это понял, решил, что смогу выбраться. Все время что-то мешает. Видишь тропу, но не можешь до нее добраться. Не знаю. Здесь много кто потерялся. Ты вполне можешь отыскать их на островах. Я немного знаю. Они принимают самые разные обличья. Но сначала надо подойти к этим мелким демонам. А я не смог. Да, препятствия и кошмары. Я как-то обнаружил ход шириной меньше ладони, и по нему туда-сюда бегала мышь. Да их тут полно. И всякому спящему может быть ведомо то, чего не знают другие. И даже, как мне стать таким же крохотным и пробежать по этому коридору? Немногое. Мы с ним, знаешь ли, не близкие друзья. У демонов есть иерархия. Демон, который держит нас тут, скорее всего, правит всем участком тени. Он нас легко не выпустит. Если вообще выпустит. Да-да, иди. Спасай мир. Тогда не обращай на меня внимания. Конечно. Я просто хочу отсюда убежать! На помощь! Будет сделано. Спасибо! Убей Вену! Демонессу! Это дверь! Возьмите мою силу! Возьмите мою... Что-то случилось, да? Ты выглядишь иначе. В чем дело? Правда? И это помогло? Помню, я видел маленькие щели. Ты гораздо храбрее, чем я. Ты научишься принимать других.